Товарооборот в миллиард долларов. На такой уровень намерены выйти Беларусь и Нижегородская область России. Это было озвучено на встрече Александра Лукашенко с губернатором российского региона. Кроме того, президент дал оценку некоторым публикациям в СМИ, которые по-своему трактуют существующие договоренности между Беларусью и Россией. С подробностями из Дворца независимости Анастасия Иванникова. Город в европейской части России, четвертый по населению в стране. Здесь проживают примерно 3,5 миллиона человек. Минск и Нижний Новгород сегодня разделяют примерно 1000 километров, но это показатели географические в сотрудничестве на расстоянии вытянутой руки. Сегодня взаимный товарооборот составляет больше, чем полмиллиарда долларов. А ведь потенциал в разы больше, как минимум 800 миллионов долларов. Заметьте, это только один регион России. Кстати, последняя цифра – уровень 2012 года. Достигнуть его – главная задача. И в этом официальный Минск и Нижний Новгород еще раз могли убедиться сегодня с визитом в Беларуси губернатор этого российского региона. Нижний Новгород – важный экономический центр России, причем еще с 14 века. Тогда реки были основными транспортными артериями страны, и город, расположенный одновременно на Волге и на Оке, не мог не привлекать к себе купцов. Сегодня этот центр России по-прежнему остается транспортным коридором. Не зря развивают здесь судостроение. Впрочем, ставку еще делают на автомобилестроение и производство вооружений. Именно эти сферы могут стать основными и в белорусско-российском сотрудничестве. Нами создана солидная база для производственной кооперации. На территории вашей области налажена сборка белорусских лифтов, открыт торговый дом «Белшин», работают дилеры таких крупнейших предприятий машиностроения, как «Гомсельмаш», Минский тракторный завод, «МАЗ», «Амкадор». В свою очередь мы активно закупаем у вас металлопродукцию, грузовые автомобили, товары химической промышленности. Полагаю, что тот опыт, который мы накопили и приобретают наши организации в сотрудничестве с нижегородской компанией «Атомстройэкспорт» при строительстве Белорусской АЭС, может быть востребован при осуществлении других энергетических проектов. Для нас очень важно, что вы в этот процесс активно включили белорусов. И там работают очень многие наши компании, и до сих пор никто не получил замечания по своему профессионализму. Это значит, что мы с вами можем строить атомные станции по всему миру, и мы будем там востребованы, потому что, ну что греха таить, во многих странах сегодня дефицит рабочей силы. Наше преимущество в том, что мы сохранили профтехобразование. Полностью сохранили, оснастили, базу увеличили и усилили. И рабочие специальности, рабочие профессии и бригадиры вот этих, которые из рабочих вырастают. У нас сегодня очень подготовленные люди, и к нам уже обращаются другие государства. Мы готовы оказать помощь, как и прежде, в модернизации животноводческих комплексов, поставка сельхозагрегатов, машин. Готовы выполнять работы под ключ, если в этом будет необходимость. Республика Беларусь является сегодня ключевым партнером во внешнеэкономической деятельности Нижегородской области. Мы сотрудничаем со 143 странами. Вот по объему товарооборота Республика Беларусь занимает первое место. Никто больше не имеет с нами таких тесных торговых экономических связей. За Нижегородский регион Валерий Шанцев отвечает с 2005 года. Тогда законодательным собранием он был наделен полномочиями губернатора. Уже в сентябре 2014-го участие принял в прямых выборах. И с результатом почти 87% одержал победу на досрочном голосовании. Одним словом, практически бессменный руководитель, как никто знает и сильные, и слабые стороны области. Все отрасли практически сотрудничают. Где-то финишное производство есть на белорусской стороне, где-то наоборот на нашей стороне. Обмен компонентами идет. Все это дает нам возможность расти в целом, и мы
отмечаем, что при условии падения товарооборота между Белоруссией и Россией, наш товарооборот между Белоруссией и Нижегородской областью вырос в прошлом году на 7%. В то же время стороны уверены, сотрудничество Беларуси с российскими регионами – основа отношений между странами в целом. Об их улучшении речь шла во время недавних переговоров лидеров двух стран в Санкт-Петербурге. Сегодня же Александр Лукашенко прокомментировал и материалы некоторых российских СМИ по поводу отношений двух стран. Я хочу вам сказать, мы ни перед кем никогда не стояли на коленях. Просто писаком отдельным и говорящим там на телеэкранах и прочее, я хочу сказать, что в изделиях Беларуси, тракторах, автомобилях, машиностроительной всей отрасли, химической и прочей, от 30 до 90% комплектующих сырья и материалов в России. Когда мы определялись, вы это помните, было у вас на памяти, проводили референдум о Союзе Беларуси и России, мы исходили из того, что нам не надо ломать установившиеся народно-хозяйственные связи. И мы их не сломали. Мы начали свою экономику укреплять и модернизировать. Таким образом, за нами осталось финишное производство, как в Советском Союзе было, так и сейчас. Сегодня на предприятиях России, которые производят комплектующие материалы и прочее, работает больше 10 миллионов человек. Но так помогая финишному производству, поддерживая, чтобы оно не рухнуло, мы помогаем 10 миллионов, я по мелочи не беру, а то и 15 будет тем людям, которые работают в России. И потом надо понимать, если посол России нас кредитует там по каким-то направлениям, так мы ему платим, знаете, по 6%, 4,5-6% годовых под эти кредиты. И потом исправно всегда обслуживали их. Американцы вам платят 0,5%. Все страны всегда получают определенные кредиты международных организаций или от каких-то спонсоров государств. Я должен сказать, что Россия у нас по этим вопросам не занимает первое место. На первом месте Китайская Народная Республика. Она предоставила нам порядка 15 миллиардов долларов кредитную линию. И потом, ну, это игра не в одни ворота. Это действительно компромисс, который был достигнут. Нет, надо вот эту ложку дегтя бросить в бочку меда. Вот этим вот и отдельные занимаются, в том числе, как мне сегодня доложили, и ваш бывший любимый канал ТВЦ. Вы не обращайте внимания, я это для вас говорю, что там кто-то вам будет говорить, что мы куда-то повернулись, развернулись на Запад или еще куда-то. Слушайте, мы прекрасно понимаем свое место. Мы на Западе никому не нужны. Ну а то, что мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну и безопасность, суверенитет, ее независимость, стабильность, чтобы людям нормально жилось. И россиянам, и нижегородцам, которые сюда приезжают. Надеюсь, жалобы ни одной не было. Ну так на это надо работать. Родина математика Николая Лобачевского, изобретателя Ивана Кулибина, писателя Максима Горького. А еще имя своему персонажу, знаменитому Чебурашке, Успенский подслушал именно в Нижнем Новгороде. Давнее сотрудничество у этого региона и с Белоруссией. Тот пример, который вот сегодня демонстрирует Беларусь и Нижегородская область, может послужить хорошим поводом для того, чтобы расширялись связи Республики Беларусь с субъектами. И очень много полезного и нужного мы можем друг у друга почерпнуть. В 2018 году Нижний Новгород принимать будет чемпионат мира по футболу. Здесь в Беларуси чем поделиться есть. Как-никак принимали хоккейное первенство. Сейчас идет строительство нового стадиона на 45 тысяч мест. А еще можем поставлять пассажирскую, сельскохозяйственную технику, участвовать в реализации программ по строительству жилья. Кстати, особенно ценят и любят в Нижегородском регионе белорусскую молочку. По меткам Made in Belarus здесь знак качества. Мы знаем о ваших перспективах направлениях развития сельского хозяйства. Мы очень заинтересованы в поставке и в совместном производстве техники сельскохозяйственного машиностроения. И точек соприкосновения у Беларуси и Нижегородского региона немало. Промышленность, агросектор, транспортная сфера, строительство, культура, а еще история, общая для двух народов. Об уважении и памяти сегодня говорить будут вновь, как дань традиции, венок монументу Победы.
такие общие идеи намерены искать и дальше. И залог успеха здесь – дружба между двумя странами и двумя народами. Анастасия Иванникова, Валерий Науменко, Илья Пучко, телекомпания СТВ.